Дальше мы хотим сделать следующее заявление, которое было согласовано со сторонами, с нашими заказчиками авиационных работ. Вертолет тип Ми-17-1В, регистрационный номер ЕРМГМ, оперируемый молдавской авиакомпанией Volant International Cargo Charter. Работал в Афганистане по контракту с компанией Aircraft Charter Solutions, ОАЭ, для контрактора правительства США компании MAC-DS Corp. Вертолет обеспечивал гражданские перевозки для афганских сил безопасности. Вертолет прилетел в Афганистан 30 октября 2015 года и базировался в Мазари-Шариф, город на севере Афганистана. 24 ноября вертолет с тремя членами экипажа выполнял запланированную миссию с афганским персоналом в количестве 18 человек. Примерно в 15:30 местного афганского времени был получен Mayday Call, сигнал бедствия. В авиационном языке Mayday означает сигнал бедствия. Был получен Mayday Call от экипажа. Этот Mayday Call информировал представителей заказчика авиационных услуг компанию MAC-DS о том, что вертолет подвергнулся нападению, был подстрелен, в результате этого идет вниз и горит. В соответствии с предварительной информацией, вертолет был вынужден сделать вынужденную посадку. Любая другая информация в отношении экипажа или пассажиров, были ли они захвачены или были ли они убиты нападавшими, на данный момент не подтверждается официальными источниками. Мы можем назвать некоторую информацию, которая вероятна, но она еще не подтверждена. Хотя часть ее будет подтверждена в ближайшее время, потому что вы понимаете, что информация поступает в режиме онлайн каждые полчаса-час. Предварительная информация.